Всем привет! У нас в компании стартанула Зеленая пятница. Она будет длиться до 6 августа включительно. И хочу показать один из продуктов, который сейчас идет по скидке. Это свеча от комаров с цитронеллой. Здесь парафин, цитронелла, эфирное масло в составе. Больше ничего. То есть это полностью натуральная свеча. Причем она долгоиграющая. Если кто-то думает, может, ее там хватит ненадолго, она вообще долгоиграющая. Вот она с виду выглядит как будто бы новенькая, как будто бы ее вообще ни разу не использовали. Но сейчас я вам покажу, я ее растоплю. И у меня даже здесь есть застывший там попавший комар. Вот здесь вот темный, он растает, и вы увидите. Давайте сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот я зажгла уже эту свечу. Показать, что она на самом деле уже не новая. Хотя вот так с виду кажется, да, смотрите, как будто бы она абсолютно новенькая, такая гладкая, блестящая поверхность. Просто она, когда вот тает, вы ее гасите, она застывает и абсолютно как новенькая становится. Вот, но чтобы показать, что она действительно не новенькая, я хочу вот ее растопить. Вот там вот в уголочке темненькое пятно, это комар у меня там попал каким-то образом, и в общем он плавал и застыл обратно. Вот, то есть на самом деле свеча не новая, хотя вот так вот может показаться, как будто бы она еще не использовалась. Вот из этого я делаю вывод, что она действительно долгоиграющая. Полностью натуральный состав у нее. Я еще в прошлом году искала какие-нибудь такие свечи от комаров для улицы, вот именно, чтобы в беседку можно было поставить, которые бы были натуральными, не химией вот эту душать, да. И вот, пожалуйста, теперь в компании Greenway появилась такая свеча. Она действует, не помню, сколько радиусов идет вокруг, но, в общем, и в закрытых помещениях, смысл, да, в том, что она действует и работает в закрытых помещениях, и на воздухе. И вчера мы даже вот потестили, так как я живу в своем доме, у нас всегда тут бескончаемые строительные работы, у нас затянулось немножко строительство. Мы зажгли свет, естественно, на свет эти все там и комары, и все мушки начали прилетать. И я включила и поставила рядом вот эту вот ароматическую свечу от комаров. И действительно, комары не кусали. Они где-то, да, витали, но они не кусали. Кстати, хочу сказать, что от мошек это не работает. Вот если даже взять спрей, еще есть у нас от комаров, который именно от комаров. От мошек нет. Мошек мы проверяли, у нас вот в нашем регионе в мае-июне бывают мошки. На мошек не действует. Так, я думаю, что сейчас еще нужно будет подождать где-то минут 20, чтобы оттаял этот комар, поэтому я пока ставлю видео на паузу и продолжу снимать, как только будет видно, что действительно нет оттаяла. Ну вот, смотрите, уже стало видно. Вот этот комар вон там, я думаю, видно, да, плавает. И сейчас я затушу свечу и опять посмотрим, насколько все гладко и будет блестяще, как будто бы она новенькая у нас. Все, подождем, когда оно застынет. Сейчас вот оно такая вот. И она опять гладко застынет. То есть, представляете, ее очень намного хватит. Поэтому цена, на самом деле, за такую натуральную свечу недорогая. Ну вот, уже практически через минуту-две уже все застыло. Вот, видите, опять гладкая поверхность, как новенькая. И вот этот комар. Так что не бойтесь, берите, вам хватит не на одно лето этой свечки.